ошибки, связанные с неэффективной организацией финансово-экономических служб. Здесь, конечно, тоже, коллеги, надо говорить о том, на какой стадии развития бизнеса вы сейчас находитесь. Либо у вас там вообще еще младенчество, вы новорожденные, либо вы уже такие подростки, либо вы уже такие деловые, взрослые, крутые, либо вы так уже где-то там, закат Европы. Так вот, здесь нужно понимать, когда вы вот совсем маленькие-прималенькие, и у вас там буквально 5-6 операций в месяц проходит, вы, конечно, у вас вся финансово-экономическая служба, это один бухгалтер, да и тот на аутсорсинге. Согласны, мы не можем в этом случае в компании позволить себе штат бухгалтера там со всеми ее вещами. Но если вы начинаете расти, у вас появляются различные финансово-экономические службы, то здесь очень часто вы сталкиваетесь со следующей ошибкой. У вас задублирован функционал. Либо это одни и те же делают одно и то же, либо никто в итоге не делает. У семеняник, у дитя без глазу. Это вот точное правило, когда дублируются функции. Одни думают, бухгалтерия думает, что, наверное, там финансовая служба проконтролирует потоки. А финансовая служба, ну, в бухгалтерию уже все приходит, они и проконтролируют. В итоге не контролирует никто. И директору сведений в нужном варианте не поступает. Поэтому давайте посмотрим все-таки, какие функции финансово-экономической службы в каком отделе должны быть, ну и про их комбинации. То есть бухгалтерия все-таки занимается вот организацией бухучета и подготовкой внешней отчетности. Все, что касается оптимизации налогообложения и планирования налоговых последствий, защита интересов компаний, проверяющих органов, когда проверка приходит, и так далее. В финансовом отделе это все планирование, организация проведения расчетов в соответствии с утвержденными бюджетами, про финансовый бюджет здесь речь идет, реструктуризация дебиторки и кредиторки. И плановый экономический, организация бюджетирования управленческого учета, контроль оперативных бюджетов, консолидация финансовых бюджетов, подготовку управленческих отчетов для принятия решения и финансово-экономический анализ. Коллеги, вот если компания не очень крупная, очень часто вот эти две функции или вот эти два отдела, они объединены. И под словом финансовый отдел имеется в виду бухгалтерия плюс финансовый отдел как таковой. Ну, это может быть в сумме там в маленькой компании один человек. Один человек, в одном лице два отдела. Ну, либо это есть главбух, есть несколько бухгалтеров, которые в том числе занимаются и вот работой с дебиторкой, с кредиторкой и так далее. Конечно, когда это очень крупное предприятие, это будет разное отдел. Плановый экономический отдел – это все-таки вот обособленное отделение, они больше работают с самими производственниками, с бюджетированием, с планированием как таковым. И, это тоже может быть отдельно один человек, вы его называете экономист. У меня есть бухгалтер, мне говорят, и экономист. То есть вот они представлены два отдела, вот этот и вот этот. Когда вы разрастаетесь, естественно, у вас растет потребность в этих функциях. Здесь, чтобы не допустить ошибки дублирования функционала, ну, в идеале, конечно, чтобы у вас были прописаны должностные инструкции. Смешение функций, но здесь не просто смешение функций, а смешение функций исполнения и контроля. Вообще, когда мы ведем с вами речь об эффективном управлении финансами, у нас есть три таких реперных точки. Это мы сначала планируем, потом учитываем, потом контролируем. Все с этим согласны? Вот чего бы дело ни касалось, то есть я сначала так, у меня будет, ну, наверное, вот столько-то, 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 это какие-то мои хотелки, оцифрованные в виде плана. Потом у меня появляется учет, я должна учесть и проверить, сколько я реально чего-то получила. А потом проанализировать, сделать план факт, отклонение, причина, ответственный, ну или виновника найти во всей этой истории. То есть вот это и есть. Картиночку у нас здесь пыталась изобразить, рука руку моет. Значит, смотрите, какая бывает ситуация. Очень часто на предприятиях функция контроля и функция исполнения, она смешана. И пока до директора дойдет, что это неэффективно, он сам себе заказал материалы, сам себе их израсходовал, сам отразил в учете и проконтролировал себя. Молодец, уложился в бюджет. И никто из вас не знает, сколько из этого всего реально ушло на сторону. Это самая распространенная ошибка.
Вот. Бывает еще такая ситуация. В рамках холдингов есть управляющая компания. Ну, там сидят топы, директора, боссы, там все дела. А есть те, кто занимается производством. Они, естественно, там как-то напланируют, потом что-то наконтролируют. Там те, кто управляющие компании, они, может быть, не очень хорошо понимают технологию и процесс, и реально потребность в сырье и материале. Ну, девушки, кто-нибудь делал какой-нибудь ремонт, вам говорят: так, вот надо вот столько-то штукатурки. Вы откуда знаете, сколько там должно уйти штукатурки на все это? И вы, естественно, подписываете и верите. Значит, когда, как делают в управляющих компаниях? Ну, то есть два варианта. Подписать и поверить. Ну, и периодически устраивать аудит внутренний, технический, с проверкой. А второй — это такой очень-очень научный подход. Сказать так: все статьи затрат берем, четные урезаем на 10%, нечетные на 15%. Правда, такой научный подход, очень высокоинтеллектуальный. Представляете, работает. И ничего, они, конечно, поворчат: как так, нам урежут затраты, мы не сможем. Все работает. Излишняя или недостаточная централизация. Кто помнит бизнес в начале 2000-х, ну или так, конец 90-х, начало 2000-х. Это же было страшно модно. Когда появились первые центры финансовой ответственности, хозрасчетные организации. Одна крупная путевая организация выделялась в кучу-кучу маленьких. Им давалось как будто много достаточно свободы, но с них при этом достаточно строго спрашивалось. Как показывает практика, то есть показала в российской действительности, очень много было предприятий, которые закончили на этом свое существование. Потому что, ну не знаю, специфика ли это российского менталитета, или еще какие-то там особенности наши национальные или ненациональные. Но тем не менее, во главе этого подразделения должен быть, должен стоять адекватно грамотный руководитель. Не просто грамотный человек, это может быть суперграмотный строитель. Он обалденный прораб, но он не руководитель. Тоже грустный пример расскажу из екатеринбургской практики. Компания строительная, прекрасная, ну вот она вот разделилась на кучу маленьких. Одни расчищают, другие там стройку начинают, третьи возводят коробку, четвертые коммуникации проводят, пятые и так далее, и так далее. Но вы же понимаете, что если им дается определенная свобода, ну вот все, что у тебя свободное время, можешь зарабатывать где хочешь, как хочешь, вот хозрасчет. Они побежали, тут же нашли себе дополнительные подработки. Ну и что такое в стройке подработка? Это технику перебросить надо пару дней иногда, для того, чтобы все переместить. А тут подзадержались на недельку, следующая бригада подзадержалась на недельку, все, не сдали объект в срок. Вот и, к сожалению или к счастью, ну то есть, ну, мы пришли к пониманию того, что не везде нужна вот эта децентрализация. Как показывает практика, чем более кризисная ситуация в стране, тем нужна жестче централизация. Я сейчас говорю только о финансовом управлении. Вот все, что касается планирования, оно должно быть децентрализовано. Второй момент – это когда мы говорим об учете и контроле. Здесь нужна жесткая централизация. То есть учитывают и контролируют люди совершенно другие, не те, что занимались вот этим вот планированием. И последнее, это когда мы говорим уже про анализ. Анализ может быть и централизован, и децентрализован. То есть часть анализа проводится на местах с вытекающими последствиями, там, с кнутами, с пряниками и прочими вещами. Часть уже ведется на уровне всей компании, то есть централизовано.